этого внесли, да, свою лепту. Вот. Хотя поле, в принципе, позволяло, да, играть низом, но это очень было тяжело. И приходилось больше как бы уповать на длинные передачи. Но мы, прям так, свой рисунок пытались выдержать и терпели, как нам главный тренер как бы посоветовал, терпеть, и не сваливалось на какие-то навалы. Вот, прям так принесло свои плоды. Забитый мяч. Как впечатление, наверное, давно уже пристреливался, как правильно сказать. Ну, пристреливался. Вот первый момент вроде все как бы и зрячий, спокойно направлял. Но вот немножко не повезло, перекладина. Второй и опять же зрячий, как бы. То есть направил. Вот. Конечно, приятно, опять же, и спасибо болельщикам за такую поддержку. Очень рады, что в такую погоду все-таки почти что заполнится стадион. Очень приятно. 4 очка от Сокола. Как ехать сейчас на выезд? Ну, мы, знаете, особо не заглядываем в таблицу. У нас каждая игра как решающая. И мы не оглядываемся вперед. У нас есть следующий соперник. Значит, нужно на него готовиться, нацеливаться и брать свои 3 очка. Завтра по баскетболу. Все, спасибо большое за победу.